Я жду, чтобы у вас энергия села. Ой. О, привет. Ты что, нет. А где третий? Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Куёка, Чёрное Жерло, Фифло, пацаны, поздоровайтесь. Ассалам алейкум. Сегодня у нас очень классная рубрика «Аниматроники пугают охранника», и я буду сегодня играть за аниматроников. Пацаны будут сегодня страдать и молить о пощаде. Если пять кушать, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Идемте нажмем кнопку, чтобы у них энергия садилась. Сколько за у них энергия не садится. Слушай, сейчас мы нажмем. Офигел. Смотрите. Не. Энергия садится, да? Нет. Да. Во! Дима. Во, все, пошло. Ой, закрой! Ну так, на всякий. А ну-ка посмотрим, как у них энергия быстро садится. Ну что, пацаны, теперь вы долго не сможете закрытыми дверями быть. А, ё-моё, да, тратится. Я думаю, нет. А ну кэш отсюда. А ну кэш. Куёка, чё ты, не энергия не тратится, ты обманул меня. Алло, ах ты барсук, я тебе сейчас да как... нет, тратится. А, я вижу просто только край из-за картины. Не, всё, отлично, отлично. Всё, Дима, иди. Сейчас я буду их обманывать, смотрите, первый обман пошел. Дима, это не так работает, мы умнее. Да? Ну, по идее. А, ты невидимка, Дима. А вот я и обманул вас. А что ж вы хотели, ребятушки? Это нечестно. Ну как это нечестно? Вы фонариком должны подсвечивать и видеть, что я вот тут есть. А, ну хорошо, ладно, буду играть по-честному. Начнем с медленного, ребятушки. Потихонечку. О, зашел, смотрите. Извините, я... Ой, а это бобр. Ты что, энергию включил? Бобр, добр, здравствуй. Эй! Он энергию вроде бы как включил. Как дела, Дима? Как жизнь? Ой, а! Ты что такой страшный? А, блин, не включали вы энергию. Блин, я сбросил вам энергию. Ай-яй-яй-яй-яй. Хорошо, хорошо. Вонючая лисица бежит. Ой, а ты что это? А где все? Я не понял. Вы что, шкеритесь где-то? Да. Мы аниматрон, все, ВБ. А ну стоять! А блин, я думал, вы опять энергию выключили, клацаю вам кнопку постоянно. Ой, тут так прикольно, давайте здесь походим немножко. Где этот фуфлоед? Так, так, сюда нельзя пройти. А я думал, тут есть коридор такой длинный. Нет, это не на этой карте. Да вы задрали, надо сидеть вам в комнате. Все, я сейчас сделаю так, что вы будете сидеть в комнате. Ребята, я разозлился очень сильно. Смотрите. Не надо. Да, и это скажите спасибо Куёке, что я так делаю. Ну все, Куёка. Ну что, Куёку? Да-да-да, слушай внимательно. У тебя нету в туалетной бумаге? Дима, я так подумал. У тебя нету в туалетной бумаге, что ли? Дима, я прям сейчас на твою жопу смотрю. Дима, я прям сейчас... Нет! Зря, Дима! Зря, зря, зря. Нет, ты не успеешь добежать ты... даже. Вот так вот, ребята, нельзя. Нельзя, сегодня я злой. Я готов всех мочить. Не впустили меня. Ребята, не забываем ставить лайки и подписываться на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся снять что-то веселое, классное. Которое залетает в тренды. Не, не хотите, да, открывать мне калитку? Дима, я прям сейчас на твою это железную попу смотрю. Уходи. Дима, ой. Я не хотел, не хотел. Я думал, дистанции не хватит. Это виноват. Короче, кого буду видеть вне офиса, буду сразу мочить. Сразу же. Только в офисе сидеть. Уходи! Уходи! Уходи. Ты-то не видишь, чтобы у вас энергия садилась? Или да, садится? Дима, что ты мне сделаешь? Я вышел из воды. Уёка, садится энергия или нет? Да, садится, У нас половина осталась только. Какая половина? Ты что? О, да это... А где этот железный человек костянож? А ну, дайте. А где ты? Дима, я... блин, еще чуть-чуть бы не успел, но успел. Еще чуть-чуть. Ну ладно, я вам поддаюсь. Ну, что вы?
уходи. А, я успел! Дима, уходи. Просто профессионал. Не, Дима просто ботик слитый. О, я знаю, я знаю. А он, кстати, фуфлоед. Так что иди туда, фуфлик. Фуфлик. Ух ты, фуфло. А он ползет, эта крыса, или нет? Да не, я хожу, кстати, там, по большой пиццерии. Там есть столы стоят. Я жду, чтобы у вас энергия села. Ой. О, привет. А где третий? Эй! Он сбежал. Все. Тебе нельзя сбегать. Открываю. Открывай, Куёка. Давай, заходи. Ну зря, ну зря. Я в ракету. Закрывай две двери. Ой. Куёка! Ты бесишь. Дай вот так. Ай, да ты бесишь. Эй, я теперь выйти не могу, я застрял здесь. Я пойду через левую дверь. Не, нормально. Ой, Дима, тут пожар у нас. Пожар? О, привет! А вот! Эй, Куёка, черти локс! Нельзя, ты чего делаешь? Да выгони мы, это нельзя так делать! Я буду жаловаться. О, привет! Не убежи, смотрите. Ха-ха-ха, красиво я его догнал. Дима! Ты че, Дима? Да вы чего? Мы, ну, мы так же как? Я ж вас никогда не выиграю. Нет. А мы просто профессионалы, Дима. Ты нас никогда не выиграешь. Мы просто крутые. Очень. А ты как? Ах ты тварь! Ну ты задрал! Ну как с тобой играть? Ну Куёка! Ну, ребята, они не оставляют выбора, как брать очень мощного аниматроника и всех просто мочить. Ну все. Мы тебя будем тоже убивать. Вы меня разозлили. Дима, я готов. Хорошо, готовься, готовься. Давай. А вот, Куёка, ты что сделал? Куёка, впусти меня! Всё, ребята, спасибо. Режим терминатора успешно включен. Ой, это ты зря. Зайди! Закрой! Всё, я открываю ближайшие 50 лет. Ой. Вот ой, теперь я могу быстро бегать. Извини, это за те разы. Вы мои пиццерии подожгли! Ах, это всё значит, из-за чего? Это всё я! Ну все, теперь я буду очень сильно следить за кнопкой, чтобы вы ее не нажали. Все, Дима, я тебя убью. Я могу ты сделать. Мне не надоел. А вот я тебя не знаю, что это. Я не могу так сделать. Я тебя буду убивать. На, Дима. Не знаю, ой. Ой. Управлять. Блин, патронов не хватает. Ой, я случайно бомбу заложил. Ой. Ну я очень сильно буду злиться. Ну все, злюка ты наша. Дима, я случайно бомбу заложил. Ой, случайно. Ну зря, зря. Ну вы будете умирать. Раз ты заложил бомбу, вы умрете. Если вы умрете еще 4. Давайте 3 раза умрете за 5 минут, я выиграл. А если я умру? А ну я в принципе никак не умру, у меня очень много жизни. Дима, я охотник. Вы чего наделали? У меня горит пиццерия здесь. Ой, красавчики. Че, живые? А если ты умрешь? То что? Не умру я, у меня очень много жизни. Так если ты умрёшь... Это жесть, смотрите, будет? Что они наделали, тут всё, просто Куёка, всё горит. Всё, Куёка, админский пистолет. Не, давайте без админских... Ладно, ладно, Дима. Дима, нормально ты не вступаешь? Ну нормально, а чё это ты мне... Чем ты стрельнул? Секретное оружие. Иди сюда, а, лиса. Ну такими темпами мы-то тебя убьем, Дим. О, у тебя 3000 кп осталось, Дима. Сейчас ты лошкедом станешь. На тебе, Дима. А где ты он? Ты чё, 10000 кп, ты что, сумасшедший? Дима, я сейчас как пёрну. На! Напердел. Ой. Я случайно. Ай. Чё за дебилизм? Да что так больно? Ой. Чё, у вас там, пацаны, энергия садится? Да, конечно, Дима. У нас тут всё горит. Ой, вы молодцы, что выкинули гранату. Ты опять за свои? Ах ты. Хорошо, ребята. Дима. Они меня вынудили взять этих аниматроников. Нет, Дима, не бери, пожалуйста, это. Ну что, Куёка, теперь твоя просто взрывчатка ни о чем мне не скажет. Какая взрывчатка? Это не я взрывал. Ну не взрывчатка, а что ты там стрелял по мне пульками вонючими. Извини, обстоятельства. А чего я умираю? А тут вы кидали красные гранаты. Ну что, я думаю, вы уже по 2 раза умерли или нет? Наверное, все-таки я победитель в этом ролике. Я чувствую, что я уже побеждаю. Вы еще кидаете гранаты, сами себе хуже делаете. Ой, молодцы, молодцы. Угол лампочки колбасит. Горит и горит, и никак не может. Это война. Какая война? Против меня? Нет. Вы что, вдруг против друга, надо против меня воевать? На, мы тебя убьем, Дима, понятно?
Понятно, Боже, понятно. На тебе за это. Невидимкой стал, офигеть. Ну, чтоб её ко мне не убивал. Не на. Да, блин. Я хочу выиграть, ребята. Но в этом ролике я должен по-любому затащить. Иди отсюда. Блин. Нет, ну ты... А вы задрали кидать эти штуковины. Оно уже просто засрато здесь. О, тухнет. А это кто? А это фуфло. Вы чё делаете? Вы разрушили пиццерию мою новую. Да, Дима, починишь, починишь, не бойся. Чёрт волосатый, фу. Так, давайте попробуем всё-таки кого-то убить. Кто там кидает? Отлично, отлично. Это чтобы вы не кидали больше свои вонючие гранаты. Я тебе сейчас вот так вот... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. У тебя 1 миллион хп там. Ну да, я специально взял аниматроника 1 миллион хп, чтобы вы не могли меня убить. Сейчас мы ей как взорвём, что ли? Отлично. Ну всё, Дима, тебе конец. Я ж его вижу! Ну я вижу тебя, но ты зажал кто? Ах ты зараза такая, а? Кого именно видишь? Но человек зашел невидимка здесь! Успел сюда, я его видел! Но я видел невидимку! Я буду очень сильно злиться, если вы будете так делать. Но я уже злюсь и так сильно. Я убью аниматроник. Да, говорю, что бьёшь аниматроника, убиваешь меня. Молодец. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот кто был у нас невидимка. Уёка, это уничтожить тебя с первого удара? Если да, то... Ну всё, я иду их уничтожать. А, в комнате. Отлично, отлично, ребята. Не получилось меня уничтожить. Дима, я засел. Ди, кто включает свет? Вы... Это я нажимаю специально. На! Ну, ребята, вы не умеете играть, ну хуёк, ну разучились, ну мы что поделать? Не умеем. Ну не умеешь играть, то не играй. Ну слабо играете, ну слабо. Всё, всё, ну ты напросился, Ди. А ну, стой. Давай, иди сюда, я тебя жду. У меня там сейчас жопа будет. Ой-ой-ой. Это что, админский пистолет? Это не админский пистолет, это другое. Это не, не, не. Это супер. Это петушара, ты взял под свой характер пистолет. Я под столом сижу, вот тут такое что-то творится нереальное. Всё, мы тебя убили. Ой, горит все. Отлично, молодец, Куёка. Ой. Моя школа. Куёка, пропусти меня. Да. Иди, Куёка. Ну что творится? Успокойся, псих! Вот это жесть! Дима! Сейчас у тебя еще больше... Лагает! Куёка, сейчас улетит Гарри, смотри за тебя! Есть! Побыстрее! Куёка, очищай карту! Есть, есть! Не надо ничего очищать! Я просто вас буду нагибать всех и мочить! А мы в друг-друге застряли, Куёка! Ну, молодцы! Лагает. Так, ребята, я, короче, иду сюда вниз. Я сделаю сюрприз пацанам сейчас. Дима, сейчас, не надо нам сюрприз. Не надо, надо. Я делал так сто раз. Нет, не бойся. Не надо. Так, Entity, HB Bombs. Нет, Дима. Все, бомба активирована. Если вы ее взорвете, то это вам жопа будет, не мне. Да? А ну я пошел ее. А что за звуки пищания? Это я делаю, понятно тебе? А где бомба? Она? Нет. Она в подвале. На тебе за то, что ты ее актив забрал. Еще одну бомбу ложим. Забрал. Бомба активирована. Еще одну ложим, на всякий случай. Бомба активирована. Ну, так, на всякий, да? Все. У вас есть 10 секунд. Или я взрываю бомбу. Да, да, да. Только не убивай, Дима. Время пошло. Не убивай, Дима. Уёка, бомбу взорвешь. Ничего страшного. Есть. Я так и не понял, кто выиграл в этом ролике. Мы выиграли. Ну пусть напишет, кто смотрел этот ролик до конца, напишите обязательно в комментариях, кто в этом ролике победил. Аниматроники, охранники или победила дружба. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Ну всем отличного настроения. Всем пока. Уёка, ну поломай Гарри Смотри, давай, испорь новый Гарри Смотри, конечно, это ты умеешь, давай.